идет строительство и реконструкция автомобильных магистралей в республике, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Более 5,5 миллиардов рублей – объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда республики в этом году. На 1 июля использовали почти 20% от плана. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же основная нагрузка ложится на летний-осенний период. Так что темпы надо ускорить. Основные дорожные работы проводит Чувашупрдор. Еще одна большая задача – обеспечить опасные участки магистралей системами фото- и видеофиксации. Кстати, это часть национального проекта, направленного на профилактику ДТП. На заседании Олег Николаев еще раз обратил внимание на устранение межрайонных разрывов дорог. Таких проблемных участков в республике 6. Соединение поселений нормальными сквозными трассами, а не в объезд, поможет оказывать современную медицинскую помощь. Потому что создаются межрайонные территориальные центры оказания медицинской помощи, и дорожная доступность к этим центрам должна быть организована соответствующим нормативам. А в связи с этими разрывами на сегодняшний день вот та запланированная модель, к сожалению, иногда хромает.